Всем привет из Португалии. Зацените наш лифт. Едем на шопинг. Необычные лифты здесь. Закрывается решеткой. И едете. Зато в подъезде пальмы. Красота. Интересная вещь. В каждом дворе практически есть такие контейнеры для сбора мусора. Вот это картао. Картон туда кидаете. Черный — это общий мусор. А это для стекла. Круглые, ну понятно, для бутылок. Сюда пластик и металл. В принципе, не напрягает. Дома просто три пакета. По разным пакетам рассовываете. И когда заполняется, выносите. Идем за продуктами. По пути попалась заправка. Покажу цены на бензин. 95 евро, 82, 98, 2 евро. То есть в районе 200 рублей. Вот такая заправочка с магазином. Погода сегодня не очень солнечная, пасмурно. Но Ашан недалеко от нас. Мы идем в Ашан за продуктами. А в 2 километрах, поэтому полчаса, я думаю, пройдемся. Градусов 15 на улице. Погода, конечно, переменчивая. Неделю назад мы загорали. Сегодня подул северный ветер. И уже оделись по-зимнему. Плюс 15. Конечно, нет здесь нашей зимы. Нашей вот этой слякоти, снега. Но нельзя сказать, что мы поэтому сильно скучаем. Пройтись приятно. Посмотреть на пальмы. Подъезды, смотрите, какие у них интересные. Такие прям большие, парадные. Цены на Big Mac. Big Mac меню 4,90. Попалась рекламка по дороге. Отличие по сравнению с Турцией. Здесь можно безопасно переходить по пешеходному переходу. Здесь не сбивают на пешеходах, а пропускают. Вот в Турции нас бы уже переехали в этом случае. Поэтому есть плюсы в Европе. И еще один плюс Португалии, что это не Германия. Если здесь машин нет, то можно перебегать даже по непешеходному переходу. Все так делают. Никто за это не штрафует. Но, естественно, аккуратно, чтобы не лезть под колеса. Елки цветут. Никогда не видел цветущую елку. Интересно. Мы это сделали. Мы пришли в Ашан. Нам нравится Ашан по ассортименту и достаточно хорошим ценам. Самое главное, что здесь продаются вкусные немецкие пельмени. Главная цель нашего визита в Ашан. Пошел дождик, удачно дошли. Обратно поедем на такси. Такси нас здесь тоже приятно удивило. Все покажем, расскажем. По классике на входе продают цветы, но цветы необычные, такие в горшках. 3 евро розы. Можете большую бутылку купить за 12,99. Клубника. 3,39 евро, да, получается, упаковочка, 8,47 килограмм. Мы такую покупали, 10 евро. Здесь микс клубника, малина, голубика. А вот почти даром за 3 евро полкило, 300 рублей. Цены сейчас 1 к 100. Ну, я буду говорить в евро, иногда в рублях, потому что курс рубля, рубль, конечно, самая крепкая валюта, но курс меняется. Не удивлюсь, что когда вы будете смотреть это видео, он станет 150. Картофель евро 49 килограмм. Арбузики маленькие 2,29 евро. Дыни 2,39, 2,64. Гранатов не сезон 4 евро. Виноград 500 грамм 3 евро. Упаковка стоит. А это кто такой? Это дичь какая-то испанская. Испанская дичь стоит 5 евро. Анона. Анона. Мандаринки 2,49, 250 рублей килограмм. Не знаю, сколько стоят мандарины в России, но здесь они чистятся не очень хорошо. Мне вот у нас нравилось, что прям шкурка с них отлетала быстро. Смотрите, какую штуку нашел. Весы для взвешивания фруктов, овощей самостоятельно взвешиваем. А, ну, в России тоже такие есть, но здесь прикол. Не знаю, есть такое в России, нет. Кладете апельсин, ничего не нажимаете,
аппарат думает и сам предлагает вам, что это апельсин, то есть идет распознавание. Пишите в комментарии, появилось такое у нас или нет. Интересно. Апельсины 2 евро килограмм. Папайя 4,79. Мамау 4,5 евро. Ананасы здесь бомбические. Берете такой ананас за евро 29. Ждете, пока он дозреет, и он становится очень вкусным. Ну, можно сразу взять уже желтый за 5 евро, другой вид, он, наверное, сразу будет вкусным. Вот этих надо подождать несколько дней, пока они дозреют. А бананы евро 25, бывают по евро акции. Киви 2,79 килограмм. Лимоны, которые здесь гниют на деревьях, стоят 2 евро килограмм. Но на деревьях их никто не собирает. Лук в районе 2 евро. Есть евро 59. Картошка 3,29. Помидоры 2,5, 2,50. Но не очень вкусные здесь помидоры пока что. А ну вот такие можно попробовать. За 3 евро еще не пробовали. Трава в районе 3 евро. 2,50, 3 евро. Различные салатики. Перец классный. 3 евро стоит, очень вкусный. Перчики маленькие. Тыква 1 евро или 2. Батата. Такая португальская, не знаю, может быть, испанская, чья-то картошка. Она очень сладкая. Мы ее недавно приготовили, мне понравилось. Она сладкая, сытная. Ее много не съешь, но она прикольная. Как тебе батата? Понравился? Мне обычная картошка привычнее. По-моему, батат был больше на тыкву похож. Ну, я бы не сказал, что он по вкусу на тыкву. Он внешне похож, он также желтеет, но вкус это как сладкая картошка. Мне больше показалось. Чай каркаде нашли. Кстати, недорогой, кажется. 2,89. Такой большой пакет. 200 грамм. Возьмем. Берем изюм. Люблю кашу с изюмом. Сколько стоит? Да. 70 центов. 70 центов, 100 грамм. 7 евро килограмм. Много всяких таких сушеных штук. Чай на развес. 3,50 евро. 100 грамм. 350 рублей. Недешево. Но наш Гринфилд нам нравится больше. Недорогие орешки различные. Это за 100 грамм цена. Кешью. Евро 17. Вот эти пеканы вкусные, 17 евро килограмм. Грецкий орех 11 евро. Инжир сушеный, получится 10 евро килограмм. Много вкусных, недорогих орехов. Кукуруза и различные. А вот чипсы банановые классные, 0,74 евро 100 грамм. Бич-пакеты по 0,99. 100 рублей бичик. А сколько стоит лапша у вас? Пишите в комментариях. Интересно. В стакане гламурный. Вот этот вкусный мы брали евро 19. Кстати, здесь есть отдел с привычными нам товарами. Например, пряники кайфовые. Кажется, это не очень по-португальски. Вот такой целый отдел. Здесь много всего. И цены дешевле даже, чем в этом знаменитом магазине «Березка». Мы недавно там были, закупались. Там цены гораздо выше. Здесь очень много всего можно приобрести по достаточно хорошим ценам. Пельмешки «Моя семья», вкусняшки, 6,19 евро. Но вот эти вообще, кажется, специально сделаны для нашего брата. Пельмешки под водочку. Килограмм 7 евро стоит. Хамон по-португальски «презунта» или «прешунта» стоит 4 евро. 4 евро 180 грамм. 3,79. Ну, где-то вот в районе 2-3-4 евро. Если большая пачка, вот 8 евро. Очень много. Ну, это, естественно, очень вкусно. Здесь нечего говорить. Надо просто брать и пробовать. Цены неплохие. Мне в Ашане цены нравятся. 4-7 евро. Ушки здесь классные. 4 евро, 400 рублей, 600 грамм ушек. Есть поменьше. Суши здесь вкусные. Очень много красной рыбы,
они кладут в суши, стоят большие наборы 15-17 евро, поменьше 10 евро. Есть такие с луком 7 евро. Курица, цена за килограмм 3,19. Но так как срок годности заканчивается завтра, ее не переупаковывают, не переклеивают ценник, а дают скидку 2,47 евро за эту курицу. Говядина, естественно, дороже, в районе 10 евро килограмм. Вот 11 евро есть, 14, но уже зависит от частей. Чем лучше, тем, естественно, дороже. Ну, за 10 евро можно найти. Томатный сок нашли, он здесь редко встречается, поэтому сразу два берем. Стоит 1,35 за литр. Пиво все местные пьют Супербок, стоит евро 74, 1 литр. Но оно, мне кажется, не очень. Я предпочитаю другое, сейчас покажу. Мне нравится вот такое, немецкое, францисканец. Стоит 2,19 по акции. Вот это еще неплохое Гримберген, 2 евро, 0,33. Недешево. Литр Кока-Колы, евро 55. Вода. 1,5 литра. Стоит 2,59 евро. 250 рублей. Шутка. Какая вода? Мы же в Португалии. Бутылка вина красного стоит евро 94. Дешевле, чем вода. Есть, конечно, и гламурные вина. 5-6 евро. Ну, такие, наверное, в России стоят в районе 2000. Я думаю. Вот за 5 евро... по акции за 3 евро с птичкой. В общем, цены на вино здесь приятные и качество. После них голова не болит. Вот это вино я пробовал, классное. 0,85 евро литр вина. Вообще прекрасное вино. И здесь достаточно много картонных таких литровых упаковков. Хорошее вино, я думаю, оно просто дешевле, потому что не надо тратить деньги на бутылку, на упаковку, на пробку. Технология дешевле, поэтому цена его ниже. А вот это размеры уже для профессионалов. 15 евро, 10 литров. Такие с краником. Приятные, конечно, такие бочонки. К нам приедут, когда гости. Купим бочонок, но 10, наверное, много. Литров 3-5. Я думаю, возьмем. Вот, например, 3 литра 8,99. Португальское вино. 5 литров 10 евро. Я говорю, дешевле, чем вода. Поэтому португальцы подбухивают постоянно. Белое вино стоит столько же, в принципе, сколько и красное. 3, 4, 5 евро есть за 2. Ну, оно все, в принципе, хорошее. Мы брали и дешевое, и дорогое, но... редко попадается какое-то невкусное. Знаменитые яйца. 12 штук по акции 2,49 евро. 250 рублей. Не знаю, дорого это, дешево. Пишите в комментариях, какая у вас цена на яйца. Молоко мы вот такое берем обычно, евро 19 хорошее. Есть менее жирное, 0,78 евро. Такое будет. Ну, цены в районе евро, литр молока где-то. Есть куча всяких обезжиренных, без лактозы. Все, что хотите. Здесь ассортимент молока большой. Можно выбрать на свой вкус и кошелек. Вот это я чаще всего беру молоко. Скоропортящееся, 0,94 евро, жирное. Кефир дорогой, 2,38. Пол-литра. Сливочное масло натуральное, 125 грамм, евро 29. Спред, маленькая пачка, евро 69. Большая пачка, 3,14. Такое, типа рамы. Вот, кстати, килограммовая пачка спреда 4,79 евро. Очень выгодно получается ее брать. Но, наверное, не очень удобно. Мороженое чаще всего продается упаковками по 3, по 6 штук. Вот 6 штук, 4 евро. Есть Magnum Mini, 6 штук, 6,65 евро. 5, 6, 4 евро. Такие цены на мороженое. Ашановские товары нам нравятся. Цена ниже, а качество хорошее. Вот 6 мороженых, 2,25 евро.
пиццули есть за 5 евро, это подороже, есть это за 2, видел, вот 2,19, но, естественно, там и начинки будет на 2 евро, в общем, от 2 до 5. Есть всякие такие пирожки с рыбой, но единственное, нам они что-то не заходят. Местная эта продукция с рыбой уже готовая. На мой вкус не очень вкусно, но кому-то нравится. Стоит 1, 2, 7 евро большая упаковка. Готовая еда. Но это, по-моему, достаточно большие порции, по 5, по 6 евро. Я себе брал на обед за 3 евро. Уже такую готовую порцию еды. Было вкусно, только погреть и есть. Вот, например, лазанья 2,49. Много здесь готовой еды. Можно без проблем не готовить. Замороженные овощи, недорогие. 1-2 евро. Фасоль. Капуста это. 0,65 копеек вообще. Масло растительное 2 евро. Оливковое, вот это нам нравится, 13,28, 0,75. Есть более недорогие. Растительное масло по евро 35. Все разобрали. Оливки недорогие, классные. Большая банка, 3,79 евро, 800 грамм. Есть маленькие, 1,5-2 евро. Маслины тоже. Вот эти немецкие огурчики рекомендуем. Кнакс. Очень вкусные. Всегда их покупаем. 3,49 евро. Но они прям офигенные. Хрустят, вкусные. Еще одна европейская фишка. Сосиски в банке. Консервированные. 6,19 евро. 720 грамм. Это большая банка. Маленькая. Я, естественно, взял из интереса попробовать. Ну, так себе. Холодные они вообще не вкусные. Если погреть, то еще есть можно, но на вкус не очень. Но смотрится интересно. Макароны. Спагетти. 95 копеек. В районе евро. Вот хорошие. Барилла. По акции. 1 евро. Пачка. 100 рублей. Не знаю, сколько стоит Барилла сейчас в России. Если она там есть, пишите в комментариях. Обычные макарошки, ну тоже евро, 1,5. Есть 2. Мазик здесь, кстати, невкусный. Он не наш. Наш мазик гораздо вкуснее. И не дешевый. Кетчупы вкусные, кетчупы нам нравятся. 1 евро, 2, 3. Недорого стоят и хорошие. Рис недорогой, кажется. В районе 1 евро. Ну, один самый дешевый. Евро 39. Евро 60. Чай черный найти здесь достаточно сложно, хороший. Но зато много травяного. Евро 24. Ну, правда, пачки маленькие, по 10 пакетов. Но есть и большие. Липтон евро 49. В общем, травяных чаев очень много. Черных меньше, существенно. Не пьют они черный чай. Кофе растворимый Nescafe Gold 12 евро. Я помню, раньше, когда мы жили в России, мы заказывали там норвежский, финский, еще Nescafe Culta был. Он отличался по качеству. Не знаю, как этот, мы его не пробовали. Мы заварной пьем. Вот мы такой берем лаваза. Нам нравится 2,79, 250 грамм молотого кофе. Очень хороший. Попробуем ашановский кофе. На евро дешевле. Будем экономить. Детские средства различные. Кстати, мы здесь не можем найти детское мыло. Обычные есть, а вот детские, как у нас, такого мыла здесь мы не нашли. Подгузники, 13,50, 10 евро. Термочашку для кофе себе давно хочу. Буду ходить
завтракать на пляж. 10 евро берем. Что, купила себе метлу? Полетишь? Транспорт осваиваю. Садись. Фейри 820 миллилитров, 3,58 евро. Большая банка, литр 250, 6,29 евро. Таблетки для посудомойки. Фейри 10 евро, 35 таблеток. 14, сколько здесь? 70. Ваниш 5,84, 6,5 евро. Огромная бутылка шампуня, 18 евро. Недешево. Нашли огромную ногу хамона, 47 евро. Вот какая-то серьезная, 72. О, здесь вообще цена 259, но это, видимо, выдержанная ножка. Пончики, евро 56. Различная выпечка. Единственное, вот этот хлеб нам вообще не нравится. Он такой красивый, но на вкус он какой-то странный. Он не как у нас хлеб, он невкусный. Я сколько раз не брал вот эти все красивые булочки, они все невкусные. Сам хлеб вроде неплохой. Вот такие огромные булки у них, но жесткий. То есть непривычно, что он прям его не жуешь, а грызешь скорее. Но стоит не особо дорого. Как думаете, что это? Блинчики? Нет, не блинчики. Это тортилья. 2,69 евро стоит какая-то толстая лепешка. Интересно. Попробуем. Супы готовые. Евро 39. Порция. Удобно запакована. Открываете, греете, едите. 2,29. Гаспачо 4,49 литр. Для ленивых вареные чищенные яйца. Стоит евро 30 всего. Нормально. Сэндвичи по 2 евро. Хот-доги. Сколько стоит? Бургеры. А, и я стоит путаю. 2,85. Бургеры 2,85. Грудка индейки 6 евро. Курица 3,50. А не, это не курица, наверное, это утка. Утка, скорее всего. Мясо. Креветки большие. 13 евро. Но это как лангустины огромные. Тигровые 9 евро. Морепродукты в Португалии классные. Нам нравится. Цены недорогие. Качество хорошее, свежайшее. Эти ракушки, забыл, как называются, по 4 евро. Есть маленькие по 2. Октопусы по 11 евро. Осьминоги. А, вот есть по 5 евро. Вообще недорого. Это рыба треска, наверное. Замороженная. Знаменитая бакаляо. Португальское блюдо, но как португальское, делают ее в Норвегии. Это треска, очень сильно засоленная. Ее покупают, отмачивают и из нее готовят. Очень она соблазнительно выглядит. Хочется вот взять кусочек, отщипнуть и с пивом поесть. Я, естественно, так сделал, но так невкусно, потому что она очень соленая. После нее просто воды литр выпиваешь, потому что не для этого она сделана. Лангустины большие по 89, поменьше по 37, но тоже, о, маленькие по 32 евро. Вкусные. Рыба охлажденная большая по 8 евро, поменьше есть 3 евро, 6, скумбрия 5, большой какой-то лещ переросток 5. Но очень много здесь морской рыбы вкусной. По 6 евро это что-то дорадо какое-то большое. По 8. В общем, в районе 5-6 евро большой выбор охлажденной рыбы, не замороженной. Она хорошая. Здесь, кстати, ее чистят. То есть вы покупаете, вам взвешивают, потом они сами вам чистят, потрошат. Очень удобно.
рыбы много, и она классная. Такое чудовище за 10 евро. Красная рыба, 15 стейки, целиком 12. Мы покупали как-то за 10, за 8 красную рыбу целиком. Стейки тоже можно найти за 10. В общем, огромный вид рыбы. Если любите рыбу, то Португалия — это ваша страна. Вот, красная пошла, это уже филешки, 25 евро. Тунец, 30 евро. Но это такие прям стейки, можно подешевле взять. Устрицы, 10 евро килограмм в коробке устриц. Это, не помню, как называется. Различные ракушки съедобные. Креветки на развес в районе 10 евро. Вот эти их технологии мне нравятся. Робот, он на нас едет, точнее он объезжает. Представляете, целое рабочее место пропадает. То есть не пропадает, а наоборот, они экономят на одном рабочем месте. У них робот ездит и пылесосит магазин постоянно. Технологии португальские. Вот, смотрите, какой здоровый. Но, правда, его жалко есть. Он живой, шевелится. 77 евро. Такой огромный. Лангуст, наверное. Крабы. Почти даром. Возьмем краба? Нет. Но он, конечно, не камчатский. В нем есть нечего. Ну, мордочка у него прикольная. А, нет, это жопа. Вот мордочка. Ну, просто не сильно отличается, перепутал. Пришли в еще один вкусный отдел. Сыры. И колбасы. Колбасы уже показывали. Сыры. Есть такие нарезки. 11 евро, 9 евро. Но это забугорное. А, это иностранный, это французский сыр, 9 евро набор. Сыров очень много. О, клевый сыр, с орешками. С орешками, классный сыр, 23 евро килограмм. Твердые сыры, по 25 евро, по 20. Вот тоже с орешками. Французский, 17,85. Твердый 20, грана падана 34, ну, в общем, большой ассортимент сыров в районе 20, есть 15, 17, в зависимости от того, что хотите. Классный ломтик сыра, 11 килограмм. Представляете, сколько он целиком весил, килограмм 100, наверное. Бри, вот этот мне нравится, 14 евро, вкусный. Покупали еще президент за 16, он менее вкусный. Такой еще можно попробовать, 12,50. Решили поучаствовать в акции, на входе стоят девочки, собирают еду для котов, собак. Вот купили пачку корма, сейчас им отдадим. Накормим котиков бездомных. Эти автоматы мне здесь нравятся. Сок можно самому себе сделать. Берешь бутылочку. Евро 25 маленькая. 2,39 побольше. Ставишь ее. И делаешь сам себе сок. Аппарат работает. Апельсины бегут. Но у меня мало сока, поэтому, видимо, там есть готовый. И он. А вот побежали. Делает сок. Вообще классно. Свежий получается. Побольше, побольше. Крепкий алкоголь Джеймсон. 30 евро литр. Есть какой-то вот такой подешевле за 23. Джим Бим 18 евро 0,7. Джек Дэниелс 26, считайте, евро. Чивас 37,5 евро. Блэк Лейбл 28 евро 0,7. Такие цены. Балантайнс 17,49 евро. По женским алкоголям мартини 10,59, 0,75.
Аперолька 17 евро 0,70. Какой-то ликер за 20. Шериданс 0,5 23,99. Малибу 0,7 17 евро. Много касс самообслуживания. Если у вас немного товаров, можете просто сюда подойти и пропикаться. Это быстро и удобно. Мы пробовали, но у нас сегодня достаточно много, поэтому пойдем на классическую кассу. Набрали немного еды. Сейчас посмотрим, сколько нам это будет стоить. Итого, купили еды и цветочек. И транспорт. А, еще транспортное средство для Кати. За 72 евро получился у нас пакет. В сумке что-то есть. Сейчас закажем такси. Такси здесь стоит недорого и поедем. Не забывайте подписываться на канал. Едем на такси с цветочком. Всего за 2 евро 12 центов. Вот такая у нас машина. Renault Megane. Для того, чтобы заказать такси, то используйте лучше всего приложение Uber и Bolt. Мы обычно смотрим в двух приложениях, где дешевле, там и заказываем. Сейчас, кстати, было, что у Кати в приложении Bolt показал 3, там, около 4 евро, а у меня была скидкой 2,12. И эти скидки меняются периодически. То у нее дешевле существенно, то у меня. Мы выбираем из двух и едем. Ну, то есть всего за 2 евро копейки, за 200 рублей на такси. Шикарно. Общественный транспорт здесь, кстати, стоит те же 2 евро, только за одного человека. То есть, если бы даже здесь был какой-то общественный транспорт, я сомневаюсь, что сюда ходит какой-то автобус, то нам бы это стоило 4 евро, а на машине всего 2. Как-то ехали на Тесле за 3 евро, за те же. То есть, у них цена не особо меняется от класса машины.